Добрый вечер. Начинаем концерт в рамках юбилейного года Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Художественный руководитель и главный дирижер капеллы, заслуженный артист России Анатолий Судаков. В первом отделении концерта Моцарт, Реквием, исполняет капелла имени Вадима Судакова, оркестр «Времена года», художественный руководитель, заслуженный артист России Владислав Булахов, солисты Денис Дианов, бас, Александр Кожанов, тенор, Ольга Локоленкова, меццо-сопрано, Ольга Дмитриева, сопрано. Дирижирует заслуженный артист России Анатолий Судаков. Произведение исполняется без перерыва. Просьба между частями не аплодировать. Thank you.
Аминь.